Поехали. Как же весело, причем сочетать классы. Так, 18 уровень. Давайте посмотрим вообще, что у меня в профиле. 18 здесь, 12 на воине, 20 на хантресе. Докачиваем всех до 20. Чтобы у всех наших персонажей был примерно один уровень. Стараемся делать так. Для того, чтобы мы могли находить шмотки на других персов и оставлять их в стэше определенного уровня. Лучше подкачивать всех по чуть-чуть, а не перекачивать кого-то одного. Иначе не будет хватать уровня. Так, воин, пойдем посмотрим, что за шмотки тебе приготовила магичка как раз. Если ты сможешь что-то из этого надеть. Пока не можешь, но возьмем на будущее. Retaliation, пока не можешь, но возьмем на будущее. Максмана элементальный урон плюс нет. Raw damage. Хорошая штука. Ну, нет. Отсюда буду откладывать то, что, возможно, нам не пригодится вообще. А, ну, кстати, это кольцо и... Retaliation. Elemental damage точно нет. Elemental 180 маны. Evasion roll. Минус корни. Evasion roll, evasion. Можно прямо сейчас надеть вместо вот этих перчаток. Это в мусор. Retaliation 5% на ботинках. А здесь Thorns damage. Значит, это нам не пригодится уже. Вот эти круче, синие. Шапка на корни. Очень хорошие корни. Такие, ну, не, крутые корни. Синька как-никак. Crit Strike, Elemental Resist, Elemental Damage. Не уверен, что надо. И элемент... Crit Strike шанс, Elemental Resist, Resist. Нет, Raw Damage. Нет, ничего. Это в мусор. Элементальный урон, кольцо. Пускай будет. Будем ли мы что-то качать? Да у нас еще даже броня не полная. Погнали. Че делаем? На босса 12 уровень. Погнали. Качаем опыт. Тян, это Indie Pillars of Eternity или Path of Exile? Это Indie Path of Exile. Поехали. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я уже забыл, как на нем играть, но сейчас разберемся. А, копить удачу и кидать метеориты, я вспомнил. Кидать метеориты не туда. Капец, он вообще урон не получает. У меня очень мало хп регена, блин. Надо было сюда передать хп реген, что ли? Это ж не получилось бы, anyway. Так, копим удачу, копим удачу, копим удачу. Кидаем палку. Не кинул палку случайно, блин. Еще не умирать, хорошая идея, кстати. Ну это чисто фарм опыта. Фармил очка. Палка, хорошо. Да его чисто блидами закидывать. Блин, у меня рука устала сегодня кнопки нажимать. Я же спамлю две кнопки одновременно. А, у боли. Мастере ричит. На каком? Здесь. Когда ты блокируешь... А, кстати, я же здесь так и не вкачал блоки дополнительные. Когда блокируешь, имеешь дополнительный шанс retaliation. Дополнительный торн дэмэдж. Ууу, ровно что мне надо. Блокирование включает Astral Retribution. Какой он урон, кстати, Reaper и скилл наносит? Я понял. Вот это интересно. Но вот это под мой билд, но больше, более лайтовое, да, такое? If deflect is fortunate or perfect, you trigger one counter technique.
Bravery nullified attack in a random direction. А, что-то сложное. Читает на сложном. Блин, палку, по-моему, не на метеорит кинул. Плохо, что здесь нет твоего урона. Очень плохо. Ну, есть, но... Пока что он такой себе, конечно. Надо все белки по кулдауну жать, на самом деле. Палки, да не ножи. Блин, ножа как будто кулдаун больше, чем у палки. Ой, меньше. Хотя на самом деле это вроде бы нет, не так. Ну, кстати, не так уж и много опыта подфармил. Хотелось бы побольше. Рожденный быть милишником, солдат стреляет. Ай, и скидывает на врагов метеориты. Не, у него все хорошо. Ай, отходим. Ау. Да откуда новый-то? Да ух. Сблокировал удачно. Надо как-то поосторожнее, наверное, кидать, да? О, левел ап, фух, похилились, найс. Свармит хватает, чтобы здесь что-то торнс включить? Хватает, чтобы торнс включить, ретелиэйшн. Знать бы, сколько это урона. В итоге. А, ну здесь мы количество слёрма, да, получим? Блин, ну, наверное, ро дэмэдж какой-то нужен. Неужели нету здесь никакого торнс? Даже в броне резисты. Вот только потом мили дэмэдж редакшн. Шанс игнорировать броню. Крит шансы эвейды. Армор пенетра. Whenever you deal critical hit. Да не, здесь ничего не подходит на этот билд. Reaper damage разве что. Ну а так спид, а? Reaper damage. Потому что Reaper damage наш превращается в корни, правильно? Я правильно помню свой меч? Нет, просто за уровень он корни получает. Эх. Projectile speed, ясно. Короче, брейвери. Просто брейвери. Угу. Метеорит! Ей! А помните, как за лучницу сложно было? Давай сюда шмоточки. Угу.
Сколько тут всего? Кстати, а у меня сохранились мои эти? Да, сохранились. Информация о том, что мне надо. Элементальные резисты. Raw damage плюс 50. Эх, охренеть. Да, офигенные синие. О, это можно взять. Retaliation 6%. Это еще недостаточный уровень. Угу. Найс. Ну, это, конечно, такой урон, жесть. Retaliation 7% вместо Crit Strike шанса, конечно. Отличный пояс. Я вряд ли когда-то найду лучше, чем вот это. Офигеть, какие сильные просто. Retaliation 11 вместо Торн урона и Ро урона. Это на наплечниках, да? Как высчитывается процент Retaliation и процент Thorns? Любой incoming source, полностью весь процент, видимо, от этого во врага. Это флетовое значение, я понял. Когда-нибудь на русский переведут, уже спрашивал у разработчиков, когда-нибудь переведут, но пока что... А, это я в мусорку кинуть хотел. Пока что занимаются контентом. Здесь что-то качать надо. Я, кстати, не помню, а что я здесь качал? А если... Ага. У меня есть идея... Блин, нет. Огненный след на нем был бы офигенный, потому что враги всегда в нас стоят. Но для этого надо элементальный урон качать. Элементальный урон мне... А, нет, вот же. Мана-регенерация, дамаг элиткам и ро дэмэдж. Вместо армора, лайтнинг резистанса, айс резистанса. Да, вот это вот можно качнуть. Но потом... Но тогда придется редкости таймов выкидывать. Не знаю. Надо больше хороших игр, только на английском языке у людей будет мотивация учить английский. Не будет. Сомневаюсь. Что это так будет работать? Я тут задумался, что если таунтит врагов имеет ваше здоровье? Что если флаг может иметь мой ретелиэйшн? Например, не ретелиэйшн, вернее, а мои корни. Он же с таунтом, ему нужны корни, провокационный баннер, хейс. Голова сегодня побаливает. Наверное, не выспался. Ладно, видимо, не на этих уровнях. Не скюр. А здесь что у нас за билка? Вы прыгаете и прыгаете прямо на противника, нанося урон в ОУЕ. Ясно, прикольная, кстати, штука. Получаемая экспа! Да ты издеваешься! Не, я быстрее буду врагов убивать в этом билде. Это 100%. Вот оно, что качать надо было, да? Но какой меч пришел, в то и играем. Получаем экспо, звучит интересно. Сейчас попробуем, может быть, почему нет? Сильно быстрее стал трэш защищать. Не знаю, с чем это связано.
Блин, за количеством удачи не слежу. Ой, больно-то как. Ой, больно-то как. Урон-то жесткий наносит, да? Мы-то стоим и получаем его, этот урон. Джи-джи! Once again. Смотрим шмот. Тонус дэмэдж 28. Что? Шмотка, которая дает добавочное мастерство на определенный скилл? А их можно на это затачивать? Вирулвинд, это правда 27 уровень, и я, очевидно, не, мне это не нужно. Ну, типа, я не прок... Ну, она на 27 уровне будет слабее. Можно затачить. Да, у кузнеца, которого у нас нет. Класс. Ну, да уж. Интересненько. Даст при невыученном Вирулвинде, сомневаюсь. Нет. Эх, блин, хочется попробовать на самом деле. Вот эту штуку. Давайте просто попробуем хотя бы. Дополнительный экспириенс. Заинвестим сюда. 6%. Тебе давали доступ в Альфа Диабло 2 новый? Нет. Не дали. У нас есть лучше, чем Диабло игра. Какой долгий прыжок. Я сейчас не шучу. Ну ладно, нет, ладно. С Diablo 2 тут ей еще тягаться и тягаться, понятное дело. Это же классика. Но... Вот эта игра охренительная. Прыжок так себе. Ну, проблема в том, что я не смогу ретелейтить, и из-за этого я не смогу нормально врагов убивать. Опять же, чем быстрее убиваешь врагов, тем больше опыта получишь. Да, мне тоже прыжок не понравился, как минимум тем, что у него такой долгий кулдаун. Вообще неудобно. Не кулдаун, вернее, а касттайм долгий. Эх, не то кастанул. Левел зато качнули. Больше храбрости, больше слёрма, который мы находим.
Не, давайте вернемся к нашему билду. Да, доп. Опыт это классно, но нет. Не в этой ситуации. Если отвлекают, будет сегодня Геншин или только завтра? Только завтра. Геншин обычно утром. Подождите, я каждые 25% должен кидать палку, по сути. Наверное. И метеориты какие-то как будто падают. Ну и на сотки, очевидно. Но так каждые 25 я должен. Оно же прям останавливается, удача, да? На этой цифре. Чтобы юзнул правильную билку. Боже, я что-то об этом не думал. Ну и неудобные же эти ваши форчун-билки. Ну если только меч не начнет как-то тоже форчун использовать. Ай. Где враг-то? Лучник, по-моему, нет? Нет, не могу понять. Кого надо убить? Ну, вот лучник, да. Найс. Ту-ту-ту-ту. Да, нюк поигрывает Айзека. Never block, you have additional. Блоки я еще фармлю при помощи вот этой штуки, да. Новая билка. Быстрая атака, которая наносит скилл урон. 51 манны. Сингл таргет. И каждый восьмой каст из магнифайд и наносит дополнительный урон каждому врагу, по которому попал в очень-очень большой, большом радиусе. Ну мы попробуем хотя бы, посмотрим. Как же здесь все дорого, капец. Wooden stick, wooden stick, wooden, wooden, wooden stick. И что? Skewered enemy. Говно. По прокачке я имею в виду, все дорого. Жесть. Life regen. Давайте life regen еще качнем чуть-чуть. Не думал сменить себе наушники. Эти сенхи посредственные. Это самые лучшие сенхи. О, какая шапка. Элементальный урон. Life regen. Макс манна. Curative сумпши с helmet of manna. Фига там статы. Так, шляпу надеваем. Кольцо. Retaliation. Надеваем во второй слот. Это пока не можем. Все остальное, в принципе. Raw damage, elemental damage. Пух, хера там перчатки. Ботинки у меня полная херня. Элементальный урон на шапке. Дамаг по элиткам плюс элементальный... А, это не... не на... это не... это пояс, это не шапка. И очень-очень крутой пояс. Так, хорошо. Все остальное вроде бы можно в мусор. Поехали. Еще побегаем по экспедиции. Йок сегодня в Нойта играл. Ну, рогалики. Рогалики это наш все, ребят. Там. Так, я ничего случаем зеленого хорошего не продал? Да вроде бы нет. Пойдем уберем эти две синьки. Они очень классные.
Угу, пойдем подкачаем, наверное. Блин. Да, устал я сегодня стримить, 9 часов уже. Evasion, raw damage, turns damage. Не очень хочется это прокачивать. Вот это... Блин, это вообще не нужно. Ничего не нужно. Попробуем. Это же первоуровневый. Successful, nice. Как называлась рогалик, где играли за девочку во сне? Dreamscaper. Рыцарь Дратикис нуждается в уроне. Быстрый удар в сингл таргет, да? Ну, поехали. Двоечка. Да, давайте на двоечке. А, ну Краун Трик тоже, кстати, да. Вот она, ОЕшка, в очень большом радиусе. Чтобы я вообще не терял хп, когда дерусь с врагами. Как бы это сделать, да? Блин, этой штуки слишком быстрая атака. Мне это не нравится. Не нравится мне это, потому что... Ну... Не, прикольная обилка, конечно. Эй, я же нажал. Не нравится мне это, потому что моя палка начинает тупить. Кидаю то, что надо, палкой, метеориты, вот это вот все. Не прокнут, как? Странная, конечно, билка, но надо ее хотя бы докачать до усиления и посмотрим, что там будет. Интересно. Ой, пошли, пошли вот эти вот. Проклятый с замедлением, да. Мерзкие мобы, очень мерзкие. Два скелета элитных! О боже мой, как вы мне предлагаете с вами драться? На эту игру мне захотелось поиграть в Darkest Dungeon. Не знаю. А этого, походу, придется убить, да? Я не знаю, кого из них на самом деле. Того, у кого больше хп, наверное, да? Стрелового рефлекта 5. Retaliation damage имеет 10% крит шанса.
крит шанс, critical strike шанс эквивалентен удвоенному твоему крит шансу. То есть, если будет у нас 50 крит шанса, ретейлиэйт будет критовать со 100% шансом. Ого. Шипы имеют крит шанс. То же самое. Когда противник атакует тебя, он получает скивер. Или вы получаете плюс 23 ретейлиэйшена, теперь наносит урон раз в 7, ну, в 7 секунд. Блин, наверное, вначале лучше вот это. Крит шансы бесполезны пока что. Лучше подкачать ретейлиэйшен просто. Какие же геймовые, блин, штуки. Жесть. Билд мазохиста, ну да. Да, все-таки уровень, блин, с босса лучше всего идет пока что. Очень быстро ХП увядают. Второй уровень. Кэденс имеет шанс засайленсить врагов. Шанс на удачу 100% перфектный. If Кэденс is fortunate or perfect, Кэденс deals increased damage. And miss hit by Кэденс deal reduced damage. And Кэденс deals 10% more increased damage equal to your missing mana. Мана у меня не заканчивается, но с этой штукой, может быть, и будет, кстати. Интересно. Ты уверен, что хочешь ретелей делать дотом? Да почему нет? Какая разница? Херня какая-то этот Кэнс. Increase damage equal to the percent of life left on enemy's hit. А вот это крутая штука. Процентный урон по противникам от остаточного. What? А какой процент не написано? Ну, silence возьмем, не знаю. Мне кажется, вполне есть смысл сайленсить вот этих вот магов. Или убивать их, не знаю. Второй элитный рогом, боже мой. Так вот, почему и нет? То есть они продолжают сейчас получать урон дотом от ретелиэйта? Нет. Теперь наносит урон раз, ну, в течение 7 секунд. Странная штука. А, вот он, дот, пошел. Угу. 5%. Ну, у меня ретелиэйта-то мало. А этот а дефлект тоже ретелиэйт включает? Нет, он просто ответочку прописывает. Так что, да, нормально, нормально, пускай ретелиэйт будет. Зато он хотя бы будет потихоньку появляться. То у нас его нету вообще, считайте. Что это разные вещи все-таки. Билка и ретелиэйт. 160 здоровья, несет дополнительно 60 урона. Думаешь, может быть... Да, дефлект это не ретелиэйт, это разные вещи. Эй, слышь, вернись.
все добить. Палка 6 уровня, пог. Когда палка врезается в стену, она взрывается в осколки. And splinters. Вот оно, что такое splinters. А сейчас она наносит урон от Mighty Swing'а. Это, да, надо, надо взрыв брать, наверное. Только с 62 манны, жесть. Хм. Дорогая палка стала. Может, маны начать не хватать. Да, ясно. Явно не, начинает не хватать маны. Со взрывной палкой. Что-то эти сплинтеры дамажат очень слабо, походу, да? Сколько у них урона вообще? Не знаю. 13 урона. Да, это бум-палка. Блин, что, палки в стены кидать, что ли? 34, чё-то дамага. Жесть, жесть. Я сейчас вообще полностью остановлюсь, походу, да? Такими темпами. Мне повезло. Вроде бы ущу левел ап в тайминг. Говно урон убирай. Ну, а здесь, в принципе, его и нету. Не знаю, ну, типа, обычно так-то у меня не качано. Овердрайв. Ух, овердрайв на уешке. Additional inner fire. Шанс наложить на себе inner fire? Серьезно? У нас там было что-то от Inner Fire или нет? Не, по-моему, не тут, да? Или здесь? Не, не здесь. Inner Fire у нас были на двух других классах. Хрен его знает. Ну, Life Left. Давайте дойдем до Life Left хотя бы. Кажется, ли маг умер от шипов, не уверен. Но мне нравится мой билд. Танка билд — это тема. Офигенная тема. Ну, в колесе-то понятно, что был. Так, это элитный этот маг, да? Он все дебафы одновременно накладывает, или мне кажется? Кажется, он все дебафы одновременно накладывает. Пошел-ка он в жопу. Хорошо, что комната большая. Накинулся, найс. Блин,
палку не метеоритную кинул, проблема. Целится. Палка. Нормально же должна была быть. Ну, сайленс на них отлично работает. Прям вообще супер. Угу. Левел 10 у нашего Swarm Reaper. Ту-т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 у. Блин, за этого героя так сложно всегда следить, за этой удачей. И не проследил. Знаю, может его дэмэдж качать. Ну... Кстати, а урон дефлекта-то наверняка от скилл дэмэджа, да, значит надо raw damage качать. А я качаю movement speed и slurm. Чем быстрее мы будем убивать врагов, тем лучше будет для нас. Правильно? Secondary slot имеет шанс игнорировать броню, тоже офигенно, это же палка. Палка будет игнорировать броню. Мастере каденса. Берем. Я думал, что мне делать, пока чиха. Потянулся за хэдкрабом, короче. Мастере это да, это вот это вот. Уровень убилки. Не знаю, нужен просто урон, по сути. Это же элитка? Нет, это не элитка. Обычный. Надо быстрее отсюда убегать! Ого! Больно делает. Под замедлом. Когда-нибудь я тебя добью, да? Предлагаю еще раз сходить. Во-первых, шмотки сейчас посмотреть, что я там повыбивал. Во-вторых, сходить за этим. Ну, еще поубивать. Ух, плэт. Еще некроманта убить. Сегодня будет майн? Нет. Сегодня не будет майна. Где я пропустил-то или забагалось? Забаговалась? Не, вот она. Восемьдесят пять урона. Че так мало, ребят? Чем больше получаете? Наше второе оружие. Лайфбендер. Это такой же, как... Да, нам на маге выпал. Максимальное хп, восстанавливай хп, когда от мана коста, восстанавливаю ману, получаю урон. Ну это прикольно, но нет. Кстати, у этого меча
который я сейчас ношу, вообще нет рипер урона. Просто он очень маленький. Но это неудивительно, потому что здесь дамажить надо этими корнями. Это будешь рестримить на YouTube. Надоело там в записях смотреть. Никогда, потому что Twitch запрещает. А, утецкий. Шмотки посмотреть. Говно. Experience gain плюс 4 левела. Iron Bender Swarm Reapers. Iron Bender. Ого, это может апать. У меня нет Iron Bender. Но когда будет? Наверное, это хорошее кольцо. Не знаю. Turn damage плюс 26. Фигня. Ботинки уже могу надеть? Нет еще. Кроме Ютуба тоже запрещено рестримить. Нигде нельзя стримить. Вообще нигде. Smavaron Storm Reapers. Swarm Reapers. Smavaronов у нас, по-моему, тоже нету. Вроде бы. Ну и как бы Elemental Resistance, Evasion и Mana Hit — это говно сабстаты. Надо научиться... Надо посмотреть, что такое рекрафт сабстатов. Чтобы понять, как это вообще работает. Чтобы понимать, какие шмотки мне надо оставлять. Так, ну что у нас тут есть? Какая-то фигня. Чё это? Critical Reinforce. Критический. Это потому, что я тир 2 ставлю, да? Двойной возможен. Критический. You have a chance to critically if you succeed. You will gain 5 potential after being reinforced. 5% потенциала. Так, ну давайте. Хорошо, вот. Стоп. Вернись. Вот на вот эти вот перчатки, допустим. Критический реинфорс сюда. Просто потому, что это самый сильный тир 2. А у нас еще есть тир 3. Еще больше шанса. А так-то 100% в любом случае, да? Фейлер 0. То есть чем более дорогие камни мы тратим, тем лучше шанс. Что вот эти штуки дают? Минус 1 фейлер шанс. Плюс 1 шанс реинфорсмента, критикал потенциал, дабл реинфорсмент, фейлер шанс. Можно такие? Их... Ага, они вставляются прям разово. Интересненько. Здесь еще минус 1 фейлер шанс. И... Вот это что такое? 10 Reinforce Chance on Magic Equipment. Что это значит? Магические это какой? Редкие. Magic, вот, зеленый. Угу, понял. А это на синий, значит. О, какие дорогие, по 1500 стоят. Ну, допустим, мы потратим самый крутой свармит. Мы увеличим шанс дабл и этот. Critical Reinforcement, Critical Potential. Ух, давайте критом его и... Блин, вообще это, конечно же, все копить надо. Ну, а хотя бы попытка. Минус фейлер шанс. Один. Это же оно, да? Да. Ну, допустим, активировать... Successful. Ну, так critical successful был или обычный? Я не понял. Ну, потенциал остался какой-то. Был крит? А, ну да, вот они. 5, 14 потенциала. А, дабл.
Дважды вместо единожды, дабл топовый. Ясно. Ну, так, вот эти перчатки качаем по-любому, они очень крутые. Это качаем. Это качаем. Это не качаем, это тоже нет. Это тоже нет. Блин, ну интересная шмотка. Забавно, что даже на белых может такое прокнуть. И надо каждую прямо осматривать отдельно. У них нет информации какой-то о потенциале полезной. Фу, какая же залипательная игра. Ну можно еще каточку? Ну пожалуйста, да? Просто жесть. Такая она фановая. Вообще серый. Не? С чем-то хорошим или что? А, типа, ты к тому, что у меня вообще нет плаща, понял. Регенерация ХП. Угу. Найденный с лором. Конечно же, найденный с лором. Блин, или экспириенс. Экспириенс еще важнее, чем с лором. Да все важно! За мышкой двигаться туда-сюда, и когда предмет передвигаешь. Я же несколько часов апаю еще один уровень и пойду. Угу. Пойдем убьем еще одного этого лича. Не знаю, нужен ли мне этот каденс. Мне как-то все же блит больше понравился. Он там еще и щиты стакает. Метаемый меч. Кстати, пари вообще не прокает Торн. А это плохо. Шторн у меня по 138 дамажит. Ах, блин. Может быть, потом придется билд немножко как-то поменять. Хрен его знает. А, у меня броня на единичку передвинулась. Я так привык ее на двоечку кастить. О, вообще, блин, нет, тройка не очень удобна. Двойка нормально. В принципе, эта вилка дает свою броню, свою собственную, которую и надо использовать под корни. Это вот золотая броня. Мечи бы тоже какую-нибудь удачу, наверное. Тысяч свармиток 100. Блин, даже не знаю, может быть, как-то стоит выйти в Inner Fire. А что у нас там Inner Fire накладывает? Вот ты можешь накладывать Inner Fire, да? А, это овердрайв, а это Inner Fire. Я бы попробовал, если честно. Чем дамажит Inner Fire, кто помнит? Манореген отключает. Нельзя, да? Raw damage. Уф. Но я так не хочу свои бонусы терять.
Не знаю даже. Может, а мне, может, и не нужен тот, но тот дополнительный Innerfire. Может быть, он мне нужен только как раз с меча. Давайте с мечом побегаем. С милишкой. Все надо качать. Разные билды. Это хорошо. Эпический. Ух. Только вот эпики мне еще не падают. Max Life Experience Gain плюс 2%. Броня, говно, говно. Пойдем еще раз убьем, до 16 апнем. Я не помню, что у меня на милишке, кстати, стоит. Дополнительный крит шанс, дейс, майти свинг, шанс на скьюер, говно. Майти свинг наносит дополнительный урон от макс хп, конечно. Вампирка нафиг не нужна. Продолжаем качать, плюс дополнительные цифры. Ты можешь еще попробовать достучаться, что на меня, а авось ответит. Что там, Рикс? Ответь, пожалуйста, про персов и усложнение экспедиций. Сейчас, Рикс. Я просто уже на самом деле устал, мне так сложно чат читать. 10 часов стрима, сейчас заканчивать уже будем. Не понял, повтори вопрос просто. Была же, летела ведь. О-о-о-о. Допл дэмэдж. Чем не знает, как усложнение на экспедициях открыть. Написано, найдите персонажа, где играть, искать, не знаем. Все персонажи в игре находятся в бричах, то есть в разломах. Просто сходи, да в самый нулевой сходи, просто пробегись по дешевым разломам, и все, и найдешь, чтобы открывать усложнения. Вначале вообще хороший совет проходить по этим, по дешевеньким, по нулевым. Мне самому советовали, жаль, я сам до этого вначале не догадался. Все, 16 левел. Ну, понятно, актуальный шмот еще пока дропает, но... Mana on kill. Блин, хорошая штука, кстати. Experience gain плюс mana. Максимальная cadence mastery. Хо! Ничего себе! И это сразу же позволяет его качнуть еще выше. Уф. Additional crit chance. Эквивалентен количеству стаков блока. Вау! 10 стаков блока плюс 30 крит шанса? Нихера себе! Это Cadence, офигенная билка на самом деле. Но только блоки надо чем-то стакать. Ну, с палкой не очень заходит. Magnified. Каждые не столько-то кастов, потом три будет, каждые три обилки, а ОЕшка, да, ну, depends, зависит от того, что нужно, ну, вот это очень круто. Стаки блоков, фейстанки, так, а, понимаешь, блок это 1% шанса. Понимаешь, это всего лишь 1%. Блин, да, крутая штука-то, кстати.
Он очень часто критовать будет. А если он будет критовать, он будет... Я знаю билд. Но у меня нету меча, который ауешит врагов. Через крит шанс, который прокает... Я не помню, как эта штука называется. Я не запомнил. Носит увеличенный урон. Там по 1%, а не по 3. Эквивалентен. Блоком. Ну, по 1%. За... А, да, тут по 1. Да, 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 я понял. Угу. У меня 3 блока, соответственно. Мы так и не посмотрели, как он дамажит в жирные таргеты. От количества оставшегося хп. Пойдем еще разок быстренько сюда и посмотрим этот... Этот момент... Вот, вот это вот. Percent of left on enemies. Ну чё-то он как-то всех ваншотает вообще. Чё у меня этот... Это одна абилка ваншотает врагов. А чё? 585, 570, 563. Блин, это явно сильнее, чем свинг. Но свинг мы хотели... Ну, блин, с учетом этого... Плаща, который я выбил. Ну, как-то незаметно, что это... Какой из ударов? Не магнифайд атаки. Эквивалентное количество здоровья. Подожди. Life left on enemy's hit. Осталось 100%, x2 урон. Ну да, видимо. Чем меньше у врага хп, тем... То есть, для, чтобы ходить и все ваншотать. Да уж. Интересная билочка. И по боссам хор... А, что у меня с хп? Синька какая-то, не потерять. Вдруг сдохну случайно. Ау. Блокирована. Изи. Мощная штука, просто ходи ваншотай врагов. Сколько синик попадало? Крит страйк дэмэдж, ро дэмэдж, эвэйжн, лайф он хит. Мощная. Ух, какие элементальные и сырой, и ретелиэйшн, и торнс. Ху-ху-ху-ху, вот этот наплечник, до свидания, этот наплечник. Не то чтобы мне... Вот единственное, мне как бы элементальный-то не нужен, да? Элементальные резисты и вейда. Так, ладно, все. Игра настолько хороша, что хочется играть и играть, но пора заканчивать. 16-й левел. Завтра продолжим танка поднимать до того, как выйдет этот кольцо какое-то, Torrent's Damage. Ух, вместо Retaliation или вместо Experience. Манреген считает не так уж плохо. Max Life Experience. А, урон от шипов. Блин, был бы процентный урон от шипов, было бы здорово, а так...
Блин, за лучницу хочется снова поиграть, побилдить немножечко. Сауна босс сработал, офига себе. Про гору не забудь, да, сейчас пойду. Какая же залипательная херня, просто. Ладно, все, да, пойдем отдыхать. Все свармиты сбрасываем. Надо отдельный стэш покупать под свармиты, блин. Все, друзья, спасибо, что смотрели. Пойду я отдыхать, было весело. Танка до 16-го подкачали. RTL 8 билд все еще работает, ну и есть у него очень интересные задатки, даже мечного выбили. И, в принципе, да, сегодня очень круто пофармили. Будем продолжать по-любому, скорее всего, завтра после Геншина, а вечером, наверное, будем ждать Trials of Fire релиз или что-нибудь такое. Все, давайте, счастливо, хорошего вечера вам, до завтра, пока-пока.